Дорогие. Меч Сюань Юаня найден. Впервые за 800 лет он явился миру. Но почему он нашелся именно сейчас? Шэнь Гунбао, кажется, ты очень рад появлению меча Сюань Юаня. Повелитель, раз меч появился, не стоит оставлять его у смертных. Почему же? Он принадлежит небесам. Смертные начнут сражаться за право обладать им. Почему ты так считаешь? Люди алчны. Они всегда дерутся за то, что им не принадлежит. Наставник, старший соученик прав. Да, он действительно прав. Но что мы должны предпринять? Я готов спуститься к смертным и вернуть меч Сюань Юаня. Зия, что скажешь? Зия! Зия! Зия, ты слышишь? Дзян Зия! Ты что, не служишь нашего наставника? Повелитель, подождите, чай будет готов совсем скоро. Зия, ты слышал о том, что меч Сюань Юаня явился смертным? Нет. Почему не слышал? Повелитель, я завариваю чай, а не слушаю новости. Слышал ли ты, о чем мы только что говорили, Шэнь Гунбао? Нет. Почему ты не слушал? Повелитель, я завариваю чай, я не слушаю разговоры. Сия, ты такой сосредоточенный, что сливаешься с миром. Ты о чем? Он просто дурак. Зия и правда дурак. Однако на земле и на небесах и без того достаточно умников. Доблестный герой, спасибо вам за помощь. Я уже говорил вам, что я не герой. Доблестный скиталец, спасибо вам за помощь. Господин Су, я откланяюсь. Неужели вы даже имени своего не скажете? Удзы. Каков ваш титул? Кто ваш отец? У меня ничего нет, я лишь странник. Прощайте. И просто уйдешь? Да. Постой. Ты спас мою семью. Я должен отблагодарить тебя. В этом нет нужды. Не то чтобы мне этого хотелось, но так уж положено. Учитывая мой характер, если я так просто отпущу нашего спасителя, я очень расстроюсь и буду постоянно корить себя за это. Ты хочешь сказать, что наградишь меня? Верно. Просто скажи спасибо. Скажи это, и мы в расчете. Ты... будь моим наставником. Я не гожусь в наставнике. Тогда мы можем быть названными братьями?
если такова судьба, еще свидимся. Правда уходишь? Мы встретимся, если так суждено. Если же нет, прощай. Спасибо. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Братец, ты проснулся? Тебе очень больно. Это ведь я ранен. Ты-то чего убиваешься? Разве ты не из-за меня ранен? Я слышала, тот демон явился за мной. Не переживай, я всегда буду защищать тебя. Правда? Всю жизнь? Ты не согласна? Братец, почему ты не смотришь на меня? Посмотри на меня, тогда отвечу. Что такое? Есть хочу. Принеси мне поесть. Да ты постоянно ешь. Я ведь ранен. Подожди, я принесу тебе еды. Дай-ка мне платок, я посмотрю. Скажи, сестрица, куда летит эта бабочка? Я не думала об этом. Спасибо, сестрица. Он не для тебя. В чем дело? Он для твоего очередного жениха? Я... Я голоден. Неси еду. Подожди. Скажи, сестрица, куда бы эта бабочка хотела улететь? Что-то случилось? Жена, с чего ты взяла? Когда случается беда, ты всегда такой спокойный. Прямо как сейчас. Муж, скажи мне правду. Была ли Люцию настоящей или нет, это письмо точно настоящее. На нем стоит императорская печать. Это письмо и правда отправлено из столицы. Что в нем написано? На 9-й день 8-го месяца, день рождения императора. Высочайший указ велит всем князьям явиться Джаоге. Не успели мы оправиться от нападения демона, как император приказывает тебе ехать к нему. Это слишком опасно. Ты ни в коем случае не должен ехать. Жена, ты ведь знаешь о последствиях. Князь Гун опоздал на 15-й день рождения императора. За это все 90 тысяч жителей его города
были принесены в жертву богам. Князь Дзяни не явился на 17-й день рождения. Его город был вырезан. Дзяни был усыпан трупами. Пролились реки крови. Жена, успокойся. Я обязательно вернусь домой. Я уже все спланировал заранее. Когда ты отправляешься? Завтра. Кстати, помоги мне собрать вещи. Жена, ничего не говори Дзяньеру и Дадзе. Я буду ждать тебя 3 месяца, если не вернешься. Я поеду за тобой. Жена, не бойся. Я точно вернусь. Солдаты! Пока меня нет, защищайте вашу госпожу и жителей Цзичжоу. Есть! Отец! 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 Дадзи! Он уже уехал! Почему я ничего не знала? Твой отец, матушка! Как он мог уехать сразу после визита госпожи Люцю? Это может быть очень опасно. Не волнуйся, твой отец обязательно вернется. Дзяньер, немедленно спускайся. Матушка, я должен защитить отца. Брат, я с тобой. Нет, ты никуда не едешь. Почему ему можно, а мне нет? Мама, я тоже хочу поехать. Я волнуюсь об отце и брате. Нет. Ты не поедешь. Тебе пора готовиться к свадьбе. Свадьбе? Помимо госпожи Люцю, многие хотели тебя сосватать. Помни, вернувшись, твой отец первым делом устроит свадьбу. Матушка, так это когда будет? И как ты можешь думать сейчас о свадьбе? К чему такая спешка? Дадзи, ты дочь князя. Ты должна выйти замуж согласно правилам. Не давай повода для сплетен, поняла? Каких еще сплетен? Ты говоришь о моем брате? Скажи мне. Янцзянь является тебе братом, так? Янцзянь является тебе братом? Так или нет? Отвечай. Брат пообещал защищать меня всю жизнь. Ты разозлить меня хочешь? К тому же я тоже слышать не хочу. Иди к себе. Отец,
Отец! Отец! Зянер, отец, почему ты так внезапно уехал? Я получил приказ навестить императора. Но ты же едешь в столицу, где пышная процессия и подарки. Ты едешь с пустыми руками? Император разозлится, и тогда... Я везу редкий дар. Меч Сюань-Юаня? Верно. Этот меч не может принадлежать мне. И он может доставить мне неприятности в будущем. Когда на нас напал демон, меч пробудился, поэтому... Я решил преподнести меч императору. Полагаю, он будет доволен. Ни один подарок не сравнится с этим мечом. К тому же, тогда все несчастья достанутся императору. Нет. Я вдруг понял, как сильно ошибся. Позор мне. Позор? Я не заслужил этот меч, но император и подавно. Я не могу отдать этот меч тирану, чтобы обезопасить себя. Отец. Я понял это, когда появился ты. Дзянер, это поистине воля богов. Лишь ты один достоин обладать этим мечом. Отец, ты забыл, что я даже вытащить его не смогу? В тот день ты достал его из ножен. Но тогда со мной был ты и Удзи. Нас было трое, а сейчас... Нет. Просто время еще не пришло. Однажды меч Сюань-Юаня покорится тебе. Дзянер, возьми меч. Но, отец, без меча Сюань-Юаня разве император отпустит тебя? Нет. Я должен сопровождать тебя в Джаоге, должен защитить тебя. Слушай мой приказ. Бери меч и возвращайся в Цзэчжоу, защищать мать и свою сестру, а также мирных жителей. Отец. Дзянер, ты не расслышал мой приказ? Ян Цзянь повинуется. Кто здесь? Выходите. Господин. Вы как раз вовремя. Вы все слышали? Отец передал мне меч и приказал всеми силами защищать Цзэчжоу. Слушаемся! У тебя там вино? Пить хочется. Взять его! Есть! В вине был яд? Да. Почему? Почему вы хотите навредить мне? Мы выполняем приказ. Чей приказ? Мой. Матушка? Не сопротивляйся. Ты только усиливаешь действие яда. Ты умрешь быстрее, чем сгорают благовония. Почему? Почему ты хочешь меня убить? Потому что ты полюбил Дадзи. Дадзи моя сестра. Почему я не могу ее любить? Ты уже давно любишь ее не только как сестру. Эта любовь противоречит законам небес. И противоречит моей воле. Ты об этом знаешь. Я ваша мать. А вы мои дети. Тогда ты знаешь, что я люблю и тебя. Ты же моя мать. Я знаю. Конечно же, я знаю. Дзяньер, пообещай мне, что навсегда покинешь Цзэчжоу и никогда не вернешься.
Пообещай мне. И я дам тебе противоядие. Пообещай. Нет. Почему? Отец приказал мне оберегать Дзи Джоу, защищать тебя и сестру. И жителей города. Мне не нужна твоя защита. Я хочу, чтобы ты уехал. Нет. Но без противоядия ты можешь умереть. Я лучше умру, чем оставлю тебя и Дадзи. Это приказ отца. Без противоядия ты умрешь. Так тому и быть. Матушка, я не виню тебя. Я хочу защитить вас. Если я умру, похороните меня за нашим домом. Тогда мой дух будет оберегать вас. Ты принесешь всем нам только несчастье. Своим рождением ты погубил родную мать и всех людей в радиусе нескольких ли. В тот день ты и нас чуть не погубил. Матушка. Ты родился под зловещей звездой. Дианьер. Матушка. Уходи. И никогда не возвращайся. Пообещай мне. Я никогда не брошу матушку и дом моего отца. Я должен защитить вас. Думал, я и правда убью тебя. Матушка, ты так безжалостна. Да, я безжалостна. Человеческие сердца непостижимы. В этом мире опасность подстерегает повсюду. Любовь и ненависть сменяют друг друга. Верность и предательство идут рука об руку. Ты понял это только на пороге смерти? Ты должен ненавидеть меня. Ты должен. Нет. Нет. Я не могу тебя ненавидеть. Я должен защитить тебя. Защитить вас. Дианьер. Дианьер. Ты был прав. Я твоя мать, а ты мой сын. Я буду вечно любить тебя. Однако, ты не должен больше возвращаться. Отнесите его туда, где когда-то нашли младенца. Да. Князь Севера, князь Юга, князь Востока, князь Запада. Су. Позвольте спросить, а не встречали ли вы госпожу Люй Цю? Господин Фэй, почему вы спрашиваете? Неужели вы посылали ее в Цзи Джоу? Я отправил ее с приказом императора.
Если вы не встречались с ней, то как вы знали, что должны явиться Джао Ге? Это письмо я получил от императорской стражи. Госпожу Люй Цю я не видел. Правда? Тогда прошу. Он явно что-то от меня скрывает. Долгой жизни императору! Да будут милостивы боги! Удачи и процветания стране! 800 князей явились поздравить его величество и преподнести свои дары! Здесь 800 князей со всей страны, а он так и не показался. Его величество не выходит к людям уже 10 лет! Долгой жизни императору! Долгой-долгой жизни! Долгой жизни императору! Долгой-долгой жизни! Преданность. Долгой жизни императору! Расшумелись. Приятно слушать. Конечно, конечно, приятно, очень приятно. Князь Севера дарует 12 статуй из яшмы и 12 даней золота. Желает императору долголетия, а стране процветания. Князь Востока преподносит 12 статуй Будды и 5000 жемчужин. Желает императору долголетия, а стране процветания. Стратегия. Суху, что это значит? Сокровища небес, звезды, сокровища земли, урожай. Сокровища страны, талантливые генералы. Сокровища семьи, достойные дети. Правильно князь Цзэчжоу сказал, хорошо сказал. Я дарую императору эту книгу и прошу господина Фэя передать ее. Хорошо, хорошо. Стратегия. Просит прекратить жертвоприношения и снизить налоги, чтобы облегчить страдания народа. Всего 12 указаний. Сухо всегда преподносил скромные подарки, а в этот раз не подарил ничего. Это неслыханно. Дзяоэр, а ты что думаешь? Полагаю, Суху находится в затруднительном положении. Затруднительном? Все князья привезли дань, таков закон. А Суху решил, что может нарушить его? И ты просишь пощадить его? Отец, будь милосерден. В этом году Цзэчжоу была засуха. Суху раздавал еду пострадавшим, не думая о себе. Поэтому я считаю, что он просто не смог привезти подарок получше. И ты считаешь, что Суху поступил благородно? Я же считаю его бездарностью. Такие, как он, являются угрозой для благополучия страны. Министр Фэй, у Суху и правда ничего нет? Я считаю, что он не посмел бы явиться без даров, если бы почитал вас. Но, похоже, в его сердце нет места для императора. Скажи мне, что ты считаешь сокровищем? Редкие ценности, собранные со всех уголков света. Скука. Дзяоэр, что думаешь?
Я думаю, что редкий меч или прекрасный скакун достойны стать дарами для императора. Бесценно лишь то, что не отдашь ни за какие деньги. Уже лучше, но все равно слишком поверхностно. Бесценно то, что дорого сердцу. Для Суху это его семья. Отвечаю вашему величеству. У Суху есть бесценное сокровище. Ваше величество, у Суху есть дочь. Прекрасно. Поведение Суху меня встревожило. Я усмирю его, лишь забрав его сокровище. Ваше величество мудры. Князь Суху, поздравляем вас. Счастье снизошло на вас за вашу преданность. Вы удостоились благосклонности императора. Вас ждет блистательная карьера, и я рассчитываю на вашу поддержку. Его величество, оценили мою стратегию? Сухо, слушайте императорский указ. Я готов. Его величество приказали за высочайшую нравственность, добродетель и красоту. Ваша дочь удостоена чести войти в императорский гарем. Я должен был догадаться, что ты попытаешься навредить мне. Суху, подчинитесь приказу. В гареме 3000 наложниц. Зачем ему понадобилась моя единственная дочь? Кстати, князь Су, вот ваша стратегия. Князь Су, нет, отец супруги императора. Прошу, не сердитесь. Сам император велел вернуть ее вам. Что он сказал? Его величество сказали чепуха. Суху так высокомерен, что вздумал мне указывать. Если послушаем его, нас накажут небеса. Пренебречь богами ради ничтожных людей. Наша страна погибнет. Суху, скорее благодарите императора. Его величество пощадили вас. Он всего лишь заберет вашу дочь. Император так милосерден. Вы не забейте свое место. Я хочу его видеть. Взять его. Есть. Это... Князь Су, вы увидитесь с императором, когда привезете вашу дочь. Уведите его. Пошел. Я хочу видеть императора. Я хочу видеть императора. Отпустите меня. Отпустите. Мерзавцы! Кто идет? Прочь с дороги! Вы... Это... Суху! Похоже, я опоздал. На самом деле, император еще может изменить решение. Суху, ты же знаешь о последствиях. Мы должны все исправить, прежде чем император увидит это. Все зависит от тебя. У меня есть план. Как спасти тебя от гибели и твою дочь Дацзы от гарема? Ты сможешь спокойно вернуться в Цзиджоу. Да что тебе от меня надо? Слышал, твой приемный сын Ян Цзянь наделен небывалой силой. Привези его ко мне, а я подарю ему великое будущее. Впервые слышу это имя. Не притворяйся, я знаю, что он у тебя. Отдай его мне. Я уговорю императора пощадить Дзиджоу.
Хватит заговаривать мне зубы. Если откажешься, Цзиджоу захлебнется в крови, а все выжившие станут рабами. Разве князь не должен заботиться о благополучии своего народа? Пора делать выбор, твой сын Яньтянь или твоя дочь и все жители Цзиджоу. Молчать! С дороги! Ты хочешь войны? Тебе все равно не справиться с армией императора. Приезжай в Цзиджоу и узнаешь, на что я способен. Прочь! Суху, ты тоже узнаешь, на что я способен. Суху, князь Цзиджоу, больше никогда не вернется в Джаоге. Индзяо, слушай мой приказ. Я слушаю. Приказываю тебе и Фэйджуну отправляться в Цзиджоу во главе 100-тысячной армии. Разрушьте город и принесите его жителей в жертву богам. Дочь Суху схватить и привезти сюда. Слушаюсь. Слушаюсь. Где Дзяньер? Почему его не видно? Где он? Он ушел. Ушел? Я приказал ему взять меч Сюань-Юань и защищать Цзиджоу. Что произошло? Я прогнала его. Спустя столько лет ты защищаешь того, от кого у нас все беды? Все беды? Жена, ты спятила? Думаешь, что всех спасла, прогнав Дзяньэра? Забери его. Я не могу им пользоваться. Муж мой, думаешь, мне не больно? Прогнать сына из дома, словно вонзить кинжал в собственную плоть. Знаешь ли ты, как я страдаю? Дзяньер, ты мой сын. Я твоя мать. Скорее вставай. Ты должен проснуться. Цзиджоу. Земляки, я вернулся из Джаоге. Я вручил императору мою стратегию, чтобы он снизил налоги и больше заботился о своем народе. Но император обвинил меня в измене и приказал уничтожить Цзиджоу и убить его жителей. Цзиджоу утонет в крови, а те, кому посчастливится выжить, будут отправлены в Джаоге. И станут рабами. Почему он так поступает? Он так жестоко безумен. Что же нам теперь делать? А еще император приказал мне отдать ему мою дочь Дадзи в искупление моего преступления. Я понимаю, что даже выполнив его требования, я не буду прощен. Он не пощадит наш Цзиджоу. Сейчас армия императора Шан находится в столе от Цзиджоу. Господин, мы дадим им отпор. Да, мы сразимся с ними.
Армия Императора насчитывает 100 тысяч солдат. Нас же меньше тысячи. Я не прошу вас воевать. Я умоляю вас покинуть город. Все солдаты или мирные жители должны покинуть это место. Покиньте Дзиджоу. Оставьте свои дома. Спасайтесь от грядущей беды. Господин, а как же вы? Я не могу уйти. Как князь Дзиджоу, я должен защищать Дзиджоу до конца. Господин, я остаюсь. Я тоже буду защищать Дзиджоу. Я тоже. Защитим Дзиджоу до конца. До конца. В бой. Защитим Дзиджоу. Братья по оружию, почтенные земляки, я так ценю вашу поддержку. Но вы должны покинуть это место. Я, Суху, заклинаю вас. Мы хотим сражаться. Мы не уйдем. В бой. Мы будем сражаться. Солдаты, с этого момента я больше не ваш главнокомандующий, а вы не мои подчиненные. С этого момента мы все равны. Мы сыновья наших матерей, мужья наших жен, отцы наших детей. Мы связаны одной целью — защитить наши семьи, защитить Дзиджоу. Даже ценой наших жизней. Солдаты! Вы готовы вместе со мной дать отпор нашему врагу?挣扎在无常的